Ого, парадная тетя Жанна открыто может зайти. Это предлог зайти к ней домой и сделать не то, что я захочу в результате. Снова закончилось ритуально. А хотя ладно, не пойду. А у тебя Жанна сейчас звонок отключен на двери. Так что я пойду к девушке-бунтарке на малиновой ладе. Надо кошечку покормить чем-то, например, вот этим, да? Поди, покормлю. Ждет. Хорошо. Точно ждет? Она вся мокрая, да. Хочет мне очень-очень? Она вся мокрая, иди, хочет мне очень-очень, да? Да, ждет. Мокренькая вся. Да. Уже вспотела, хорошо. Сейчас зайду, кошечки. Девушка-бунтарка на малиновой ладе. Удачи вам, сударыня. Плодитесь, размножайтесь. Я вам принес партию яблока. Партия яблока. Не мешаю. Подкину кому-нибудь сейчас в магазин. Продадут заодно. Что ты там делаешь? Яблочко подкинула вам отравленное. С AstraZeneca. Ты что, с ума сошел? Она не отравлена, мне саму тёте дала яблочки из сада. С дачи привезла. О, боже мой. А где девушка-бунтарка? А что, бунтарка уже ушла, да? Была здесь, куда-то посеменила кошачьими лапками, поперебирала. Испугалась меня, прогоняла воплощение смерти какое-то. У тебя есть бабульки на карте? Нету? Ладно, тогда пойду деньги настреляю. У вас тоже нет никакой мелочи, мне водички купить? Нет, нет. А можно вас ограбить? Нет. Шучу. Потыкать. Не мешай, не трогай руками. Я тыкаю, тыкаю. Это функция щупанья приборов. Я шью. Щуп, 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 щуп. А девушка-бунтарка где? На малиновой ладе. Думала, на Канарах, зато я замка с малиновой лада в малиновый закат. Хорошо. Ладно, уйду. У тебя тоже нету бабулек на карте? Нету бабулек на карте? Я могу тебе прямо вернуть. Нет, у меня вообще нету, я зарплату. Когда зарплата? Ну, вторник. Какого числа? 15. Сколько стоит? 12, да, 25, это деньги. 40-го. Еще понедельник. 40-го числа, 35-го. Есть 31 декабря, 32 декабря, 33 декабря, 34 декабря и так далее. Как масло в дальнем скромнике. 31 мая, 32 мая, 33 мая. Который тоже за Кристину Мосищук гонялся. Я за ним гонялся пол нашего 9 класса. Я, Масов, Жуковский, Жмудинов, Лебедев. А обезьянчик ходил так с вырезом, груди были длинный просвет. Курите там. Хорошо. Угу. Удачи вам, счастья, здоровья. Вам. Благодарю.
У тебя, кстати, есть какие-нибудь свободные девушки незамужние? О, все заняты, да? Ах, как плохо. А то хочу всю самочку какую-нибудь. Ну ты понял, облизай с ног до головы, не утёртый ванец с шершавым языком кота. Чтобы было приятно, чтобы она улетела на собой небо от счастья. Я так каждой женщине доставляю удовольствие. Ладно, удачи. Перегоны. Состав отличает от станции. Так, зона устройства контроля похода фонарь. Вот она. Планки стоят, видимые. Винблок. Составы на тупиках оставлены. Еще винблок. Так. Остановочка. Вынужденный состав в туннеле. Холодень. Холодно, как в морге. Ого, босака. Босаку можно слепнуть на глаз. Какая красивая собачка. Как из этих мимов, да? Удачи вам, сударыня. Счастья, здоровья. Вот и весь путь. Ого, полиция мысли. Только не полиция мысли. Только не полиция мысли. Полиция мысли. Полиция мысли. Ого. Если идешь в полицию, сразу надо сдаваться. Перегонный туннель метрополитена. Полиция мысли. Ух ты, это полиция мысли. А что эта полиция мысли делает? Обычно она тут не появляется. А тут вдруг полиция мысли. Сейчас посмотрим, что там за стороны есть. Посмотрим, что за стороны там есть. Он тут спасибо. Письмо всякие. Дерьмо.
газетки появились. Да, круто то, что надо. Скрасил газетки. Вдыхай меня не спеша, нежно и осторожно, и я твоя, тебе все можно. Thank you.
свидетели на AstraZeneca стали Тюрин Сергей Васильевич, Маслов Данил Андреевич, Торбенко Сергей Павлович, Ксения Торбенко Сергеевна.